до Второй Карабахской войны в таком масштабе, с такой эффективностью беспилотные летательные аппараты не использовались. Мы начали закупку беспилотных летательных аппаратов достаточно давно, уже, если память не изменяет, более 10 лет. И это были средства поражения израильского производства. Мы их освоили и применили их во время кратковременных боевых действий апреля 2016 года. Это было неожиданностью для армянской стороны. Но, опять же, возвращаясь уже к тому, о чем я говорил, мы не стали усугублять тот конфликт,